Неизменные участники городского чемпионата по баскетболу – шестерка команд. Больше месяца игроки встречались у кольца. По круговой системе баскетболисты отыграли каждый с каждым. Среди участников были мужские сборные и представители студенчества. Мужчины были большие. С ними было очень сложно играть. А почему? Что именно там? Ребята более опытные или они более большие? Очень большие, массы нас давили. Если мужские составы в основном стабильны, то студенты ежегодно пополняют свои ряды. А в командной игре многое зависит именно от баскетболистов, которые давно вместе и чувствуют друг друга на паркете. Должна быть прежде всего сыгранная с командой. И как-то привыкать к коллективу тоже надо. Далеко по очкам ушли парни филиала ДВФУ. Они и стали обладателями золота в этом году. Серебро у железнодорожников. И всего пара баллов отделила их от обладателей бронзы – команды «Интеравто».